В преддверии Международного женского дня сотрудники РЖД поздравили автоледи и напомнили о правилах дорожного движения на железнодорожных переездах. Такую акцию они проводят ежегодно. Представительницам прекрасного пола вручают цветы и желают безопасного пути. В этот раз женщин поздравили на ЖД-переезде 706-го километра Сургут-Силинский. С начала года на переездах Свердловской железной дороги произошло одно ДТП. Ежедневно дежурные по переездам фиксируют грубые нарушения правил водителями. Переезд на запрещающий сигнал светофора, обгон на переезде, объезд закрытых шлагбаумов. В преддверии Международного женского дня решили провести мероприятие на данном переезде. Напоминаем лицам прекрасного пола о правилах дорожного движения на железнодорожных переездах. И вручаем цветы и памятки. Ой, конечно, неожиданно. Очень приятно. Спасибо вам большое. И вас с наступающим, всех женщин с наступающим. Желаю счастья и здоровья. Неожиданно. Мы приехали сюда в гости, как бы с другого города, и очень приятно. Правильно. Все-таки хорошие эмоции, это всегда хорошо.